Всем привет! В эфире Insta News, дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Instagram. В этом выпуске Лидо, Домино и Даурен Айдаркулов. Кто-нибудь из вас хотел, быть может, от души дать пощечину Санжару Мади? Нет, мы у вас в этом не виним, он ведь просто душка. Тем не менее, в новом клипе «Лидо», где певица предстала в очень дерзком образе, актеру досталась далеко не положительная роль. Впрочем, не будем вас интриговать, а отправим на наш официальный YouTube-канал Gaku TV. Клип на песню «Твоя» доступен 24 часа в сутки. Радует новинками и группа «Домино». Это дуэт, который, если вы помните, лишился одного из солистов и по решению продюсера коллектива остался в меньшинстве, порадовал поклонников своим новым клипом «Жила Маша». По названию вы уже догадались, что подготовили эти двое нечто очень веселое и задорное, то, что сразу отобьет желание грустить и плакать. Мы бы хотели вручить премию «Отец года» Даурену Айдаркулову, если бы такая премия существовала. Посмотрите, какое милое фото актер выложил у себя на странице. Второй день учебы, школьная форма, рюкзак, полный книг за спиной и гордый папа, который отводит дочь от первого брака в школу. Разве не мило? Делитесь своими мнениями в комментариях. Самовыражение – вещь очень важная, и с помощью нового Galaxy Note 8 вы сможете с легкостью претворить все свои идеи в жизнь. Ведь в телефоне доступен широкий выбор кистей и ручек, а также большая цветовая палитра. Рисуйте, и пусть ничто вас не ограничивает. Предзаказ доступен уже сейчас. Подробности на samsung.kz. Чем еще удивят нас отечественные звезды, узнаем в следующем выпуске. Пусть ваш день будет удачным!